Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Поехали, начнем, как всегда, с наших ежедневочек. Так, нанесите 20 единиц урона героям вспышки на солнце. Потом выиграйте мозговитым зомби-героем. И нанесите 30 единиц урона зомби-героям. Вот это задание, наверное, можно поменять. О, 20 единиц урона героям Цитроном. Ну что, ребят, вначале начнем играть за вспышку. За нашу маленькую вспышку. Даже не буду смотреть, ребята, что там за колода, если честно. Не буду смотреть, не буду себя расстраивать лишний раз. Так, и выпадает нам зомбовитый зомби. Мозговитый, точнее. Так. Ну, вот это, наверное, пока рано мне. Что-то такое ощущение, что, ребята, игруха опять подфризив. Ну, я не спорю, ребята. Сейчас у меня Adobe Photoshop стоит, там рендерится игруха. Ну что, наверное, будем ускоряться. Я имею в виду по энергии. Чё-то наш противник слабоват сегодня. Но мне-то нужно, по-моему, нанести 20 единиц урона, насколько я помню, а не просто выиграть, друзья. Сейчас проверим. Да, нам нужно именно нанести 20 единиц урона, друзья. А то, что мы с тобой выиграли этот поединок, для нас это ничего не значит. Это у нас ржавый разряд собственной персоной. Я что-то не могу понять, что у меня за колода? Грибы тут? Что тут гриб-то делает? Полугрибная колода, что ли? Давай сюда поставим. Виноградина, ну не в тему, ребят, если честно. Ты наивный парень. Так, у нас виноградина здесь. Опа, опа. Ты посмотри, как фартануло, друзья. Так. Ты гляди-ка, что он делает. Сколько у нас это дает? Удвоение атаки. Блин, друзья мои. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Молоточек. Что скажешь? Я, наверное, пропущу пока ход. Так, он опять со своим этим королем. Давай так сделаем.
Он шаманит. Ну давай, танцоры. С кровожадностью, ой. 6 в лицо, 8. А, ну у него хилка была. Так, 11 хп мы ему оставляем. Он все не угомонится, да? Эх, все не угомонится, друзья мои. Че, давить его или что с ним делать-то, я даже не знаю. Вытягивай, да? Вытягивай, друзья мои. Душу из нас. Ну, что делаем? Делаем вначале, наверное, вот так вот, да? Нет, подожди секунду. Подожди секунду. Сделаем вот так вот. Так, теперь, наверное, бомбанем здесь. И пока больше ничего, ребят, не буду делать. Ага. Так, ну что, получается 4-5 хп у него остается там. Пять хп у него остается. Мы сделаем с тобой так. 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 И вот так. Ага. А у него что, у него только заклинания, что ли, остались, друзья? Так, понятно. Будем знать, что у него остались только заклинания. Но 20 единиц урона мы уже нанесли с тобой вспышкой. Ты посмотри, что творит, а. Что нам сделать? Повысим атаку, наверное. Я не знаю, ребят, как тут лучше, конечно. Давай так попробуем. Если он вирус применит. Амфибия. Блин, ребят, мне нужен микс. Это плохо. Ага.
Что мне делать-то? Вот скажи-ка мне на милость. Где микс? Ребята, где фруктовый микс? Объясните мне. Ну что, я пока пропускаю ход. Блин, вот это, конечно, паршиво, ребят, что это сюда выпадает. Ага, вирус. Блин, у меня вот это, конечно, хорошо все, ребят, но... Так, в лоб, тут в лоб. Тут, ребят, до хрена урона я наполучаю. Давай вспышку мне. Отлично, до свидания. Прекрасно. Друзья мои, ну, можно сказать, что нам повезло, но... В другом бы случае я бы его не смог разнести. Потому что вот эти-то хорошо, что у нас есть уничтожители, но плохо то, что его не с кем ставить. Вот это да. Ну что, ребят, теперь нам нужно нанести 20 единиц урона цитроном. Где наш цитрон? Из-за которого я играть не могу, ребят, из-за него играть, если честно. У меня не получается. А надо. Понимаешь, надо. Надо, Федя, надо. Виброн. Ну, не знаю даже, ребят. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Получили в лоб. Пропускает ход, да? Пропускает ход утырок. А, он заклинание берет. Так, сейчас 100% ребята взял хилуху он. Чувствую, хил взял. Смотри, не стал, ребята, использовать. Не стал. Бомбанул, да? Как он ему не давал покоя? Ладно. Вообще заклинание, ребята, у него... Не заклинание... А, нет, не сработало. Бананадум дальше пойдет, наверное, скорее всего, ребят. Или мы можем сделать чуть-чуть по-другому. А, бананадум не пойдет еще пока. Зуми получает плюс 5, хорошо. Давай смотреть.
Я нисколько не удивлен этому, друзья. Дальше что? Ага, призывалочку. Это нам не страшно. Ну, то, что хильнется, да. Это нам не страшно, этого мы с тобой заморозим. Этого мы заморозим. А так как он на заклинаниях, ребята, мы еще и... Давай смотреть. 4, 5. Ну, в принципе, и все, ребят. В принципе, и все. Тут можно и так сделать, и вот так. Это не поможет ему. Это ему не поможет. Как тут лучше сделать-то? Друзья, как лучше, как лучше сделать-то? Если он любит заклинания, да, давай, наверное, так сделаем. Хорош, наверное, пока. Я сомневаюсь, что он сейчас будет заклинание применять, потому что ему сразу крышка. Нет, друзья мои, не сразу. Хорошо, гад. Это неплохая карта, ребята, но в данный момент она мне совсем не нужна. Блин, как-то вот... Давай, наверное, вот так все-таки сделаю. Этот хмыреныш будет. Плюс вот так. Поехали. Ему надо вот этого уничтожать, друзья. Или как-то прикрываться, я не знаю. Иначе в лицо получит 1 единичку урона. Прикрылся. Этого бомбанем и 4 в лицо, да? А, он защиту... Он, у него защита, оказывается, была, прикинь. Я одного не могу понять, почему вот этот вот корнишон у меня здесь взялся, а, друзья? Угу. Все. Приплыл. Все, ребят, приплыл парень. Свидание, как говорится. Хотя я мог бы еще, ребята, фиг знает сколько. А, нет, он там захильнулся, я не смог бы его добить. Ну, там отхилялся. Ну что ж, друзья мои, цитроном сделали. Теперь выиграйте мозговитым зомби-героем. Мозговитым. Мозговитых у нас хватает. Черт, глаз, что то глаз, то нос, фиг знает весь. Значит, мозговитым. Мозговитый — это вот этот у нас парень. Ржавый разряд мозговитым идет.
А, и Великанус тоже идет мозговитом. Давай попробуем за Великануса, ребят, сыграть. Просто давно за него не выигрывали. Не играли даже, не то что не выигрывали. Черт подери, почему сразу, блин, мне ночной колпак выпадает, а? Как только выбираю мозговитого, ой, этого Великануса, сразу же выпадает какая-то хмырюга. Ты издеваешься надо мной, ёпрсете. Ну хотя бы вот это выпало, ребят, уже поприятнее будет. То есть этот будет стоить 2. Две ноги. Поехали. А я так и думал, друзья мои, что будет этот хмырь. А я так и думал, что будет этот хмырь. Ковбой. Что-то у него есть, а? Ты посмотри. Да ты серьезно, блин, а? Ладно, я надеюсь, в блок бомбанет. Друзья, нам потом поможет только лишь... Только лишь один парень нам поможет. Знаешь, кто это? Правильно. Начинается. Блин, по-моему, мне кранты, друзья мои. 4, 2. Ну, что я тут сделаю? Давай так. Ну, сейчас поставят, ребята, любую, и мне хана. Великанус, конечно, тут против колпака этого дебильного. Видишь, как ему повезло? У него вот этот хмырь появился. И 2 гриба было. А у меня изначально ничего не было, ребят. Ладно, давай тогда не будем его брать. Мозговитым у нас считается еще ржавый разряд. Вот ржавый разряд, друзья мои, тем более на колоде спортсменов, должен, ну, показать хороший результат, если честно. Хороший результат. Самые мои, блин, неприятельские, блин, растения появляются, ё-моё, а? Знаешь, что такое ощущение, что вот на моих героев специально выдают антигероев хреновых, так скажем. Давай так сделаем, я не знаю. Прикрывается, да? Давай сюда его. Если сейчас он что-то прапается, ребят, я не смогу его уничтожить. Не, в таком случае смогу.
долбанный орех, а? Эх, долбанный орех. Давай я воздержусь пока. Угу. Ну, этого убираем, понятное дело. Как сказать, такой себе выбор. Зачем он орехи сюда выставляет? Вот это меня почему-то, ребят, смущает. Меня вот это смущает. Интересно, у него два удара по земле есть? Посмотрим сейчас. Блин, ребята, у него страус. У него дебильный страус. Ну, соответственно, страус будет с доборами, да? Бонусная атака, скорее всего, у него будет. Так, хорошо, что я сохранил. Хорошо, что я сохранил здесь. Так, кто у нас тут вылупится сейчас? Пропустим пока ход. Так, да? Так, ребятушки, ну здесь понятно, здесь так вот делаем. Ну, как бы эта штука нам не поможет, ладно, сделаем вот так туда. Поехали. У него 100% могилоед есть, ребят. Ну, мне, по крайней мере, это кажется. Поэтому нет смысла мне, наверное, вставлять. Я могу, конечно, рискнуть. Давай смотреть просто. Пока все. Да, бонусной атаки у меня нету.
Давай, короче, мы сделаем, наверное, с тобой следующим образом. Сожрет же он, 100%, ребят, говорю, сожрет. Давай так сделаем. Так, подожди, а он... Ой, зря. Ну как зря? Не зря, конечно, ребят, но... Бонусной-то атаки нет у меня, видишь, в чем дело. Пока так. У него еще один страус. Твою налево, а. У него еще один страус, блин. У него должна быть, ребята, либо бонусная атака, либо... Что у него там еще есть из заклинашек, я уже не помню. Бонусная атака. Два урона по земле. Насколько я помню это. Как ты заколебал, а? Ну, наверное, сюда ставить выгоднее нам. Поехали. Надеюсь, в блок ударит, ребят. Надеюсь. Хрен там не блок. И ландшафт. Где ландшафты мои? Ландшафты где мои? Все, ребят, фиаско, по-моему. Девять. Ну что это выпало, блин? А тут бесполезно, друзья мои. Я говорю, тут бесполезно. Если бы выпал бы, который уничтожает больше 5 вот этот вот урон, тогда да, можно было бы его забомбить. Ржавый разряд на спортсменах не вытянул. Давай смотреть за какого там. Как его звать-то? За мозговитым зомби. Посмотрим, друзья. Так, орех. Крепкий орешек. 1000 лет я не играл, ребята, за этого партизана. Пропустим пока ход. Ага. На чем играть будет? На ландшафтах, судя по всему, да? Наверное, все-таки на ландшафтах, друзья.
Наверное, он все-таки будет играть на ландшафтах. Да, 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 друзья мои. Ух. Ну что, если я сделаю вот так и вот так? И вот здесь вот уже начинается, ребят, самое такое. Блин. Давай так рискну. Друзья, он что-то решил бомбочками тут, скажем так, затариться. Он решил затариться бомбочками. Хорошо. Давай я пропущу ход. Окей. Так, и это, да? Шнобель здесь. Значит так, мы можем сделать следующим образом. Вот сюда поставить этого. И... ну, наверное, вот так еще сделать. И вот так. Ну, допустим. Что дальше? Интересно. Да, могилоеды. Опоздал он с могилоедами. Опоздал он с могилоедами, друзья. Нет, 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 парень. Это тебе не поможет. Давай я сделаю, наверное, вот так вот. Вот так. И вот так. Ну что, может хильнуться, может. Может защиту взять, может. Защиту он стал, не стал брать. Угу. Ну, естественно, он вылетает, ребят, в трубу. Этот охламон вылетает в трубу. Таким вот образом. И делаем, наверное, бонусную атаку. Ай, блин. Ой, ребята, тут же надо было тупо бонусную атаку. Бонусную атаку, зачем?
Он могилоедов потратил? Давай попробуем, ребята. Прикинь, сейчас у него еще могилоеды будут. Нет, у него вот такие вот. Просто уничтожители. Хил. Хил ставит. Угу. Все, приплыл, ребятушки. Он приплыл. 6. Как-то так, друзья мои. Ежедневные задания на сегодня у нас выполнены, закончены. Так что, друзья мои, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.